Убила дочь и попросилась на свободу, но суд оставил нерадивую мать в колонии. В Челябинском областном суде рассмотрели апелляцию жительницы из Бредов. По версии следствия, в феврале 2015-го молодая мать избила 4-месячную дочь по голове до черепно-мозговой травмы, от которой ребенок скончался. Женщина свою вину не признавала и утверждала, что ребенок упал нечаянно. Тем не менее, в 2018 году облсуд на основании вердикта присяжных заседателей приговорил женщину сначала к 8 годам колонии, но прокуроры были против и подали апелляцию. Мы не согласны были с назначенным наказанием, поскольку назначено минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи. Это не соответствует характеру степени общественной опасности, совершенного деяния личности, обстоятельствам преступления. В итоге женщине дали 10 лет колонии общего режима. И вот сейчас адвокат осужденной попросил заменить неотбытую часть наказания на принудительные работы. Металлургический районный суд в удовлетворении ходатайства 30-летней женщине отказал.